Всем привет! Вы на канале Andrews Crypto News, и сегодня мы с вами поговорим о том, как же все-таки имеет перспектива развития в мире индустрии криптовалют. XRP – это та криптовалюта, которая имеет поддержку многих инвесторов, включая Уоррена Баффета. Илон Маск тоже, кстати, про нее очень много говорил. Идет развитие индустрии вверх, где мы понимаем, что не бывает того, что было еще, скажем, некоторое время назад. С учетом времени идет рост абсолютно всего. Мы видим на графике, что идет падение вверх и идет, соответственно, падение вниз. Это все продвигается благодаря увеличению систематической капитализации данной валюты. Мы видим, что идет рост с учетом времени, и заработать на этом можно довольно хорошие деньги, понимая в трейдерстве, понимая в инвесторском деле, и, соответственно, идет развитие на то, что мы сейчас с вами имеем. Это наше будущее, это будущее криптовалют. На дворе 21 век, и только благодаря нам самим, своим познаниям в нашей же голове, мы можем продвинуться вперед. Заметьте, тот же самый Уоррен Баффет начал свою деятельность в довольно юном возрасте, когда он не имел за спиной ничего, то есть у него было 0 долларов. Конечно же, не ноль, но суть в том, что разница в том, что он имеет сейчас и что он имел ранее, колоссальная. Принимайте, друзья, решение для себя, что вам нужно. Мир криптовалют есть и будет уже всегда. До скорых встреч, друзья!